Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Носители этого имени с буквой «В», возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. «В» значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Эти люди ценятся окружающими за их великодушие, благородство и щедрость. Они постоянно живут делами других и часто по отношению к своим знакомым и друзьям играют роль человека, которому можно поплакаться в жилетку. Такая забота о ближних нередко вредно отражается на их обязанностях перед собственной семьей. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Носители этого имени готовы пожертвовать даже своей внутренней свободой и независимостью ради того, чтобы выполнить свою миссию по отношению к человечеству. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.